Привет, друзья. Маме срочно понадобился забор. Вот тут вот на участке, это задний двор у нас, там соседские дома, участок тоже соседский, вы видите. И занимаюсь сварочными работами. Но речь пойдет не о сварочных работах, а речь пойдет о сварочном аппарате. Вот смотрите, у меня такой сварочный аппарат Fubak IR 180. Это не самый, конечно, навороченный аппарат. Есть у этой компании есть более крутые аппараты. Есть вот, например, IR 220i. Но при всем при этом это тоже классный аппарат. И он держит ток низкий, большой, поджигает электроды хорошо. Нареканий как бы, в общем-то, и нету. Но я хочу в этом видео рассказать вам про саму марку Fubak, про бренд. Потребители в России думают, что это истинно германский бренд. И вот они даже себе лепят германские флажки. Вон они нарисованы в Западной Германии. Все думают, что это немецкая компания. На самом деле это никакая не немецкая компания. Она никакого отношения к Германии не имеет. Это чисто российский бренд. Его разработали российские маркетологи из компании Elmos. Московская компания. В 2007 году они зарегистрировали этот бренд, создали легенду о том, что они немцы. Успешно размещают свои заказы в Китае и в других Юго-Восточной Азии странах на производство различного оборудования. Но при всем при этом это оборудование достаточно неплохое. Так что, друзья, всем хочу развеять миф в этом видео. Никакой это не германский бренд. Fubak — это российский бренд. Друзья, сейчас на экранах появятся выписки о происхождении этого бренда. Посмотрите. Замастырившиеся под Германию. В Германии даже и не знают про этот бренд. И сайта у них нет даже немецкого. И в доменном пространстве .com нету никакого там сайта. Fubak.com или Fubak.de, Западная Германия, Deutsche Germania, да? Это чисто российский бренд. И вот они создали такую легенду. Но при всем при этом очень хороший и качественный он товары выпускает. По крайней мере, вот у меня единственный вот такой вот есть инструмент, оборудование, да, Fubak, который достаточно себя хорошо вот на этом заборчике зарекомендовал. Ну, без косяков, в общем, без всяких. Варит, ну, поджигает электрод, низкий ток держит. Такая вот фигня. Единственное, что вот тут вот не нравится, вот это вот как провода, вот они все время вот здесь вот выскакивают вот тут вот и не держатся особо так нормально. Вот это вот косячок. И короткий шнур. Толстый достаточно, мощный, ну и не резиновый такой он. Дубовенький. Но при всем при этом товары вот этой компании очень хороши. Но я не нахваливаю, я просто вот основное, что я хочу в этом видео рассказать про вот это Fubak. Никакая это, еще раз повторюсь, не Германия. Хотя легенду везде они поначалу формировали о том, что они истинно германская компания. Так что это имейте это в виду. Вот у меня тут даже такая маска есть одноименная от их компании. Вот Fubak, да, крутая такая маска. И вся остальная приблуда вот в таком ящике у меня здесь. Вот. Кстати, по пути расскажу про вот эти вот. Вот у меня один остался. Расскажу про электрод. Монолит. Вообще бомбейские. Бомбейские, кстати, электроды. Очень классно, мне понравилось. Вот это престиж вообще отвратительный. Мне понравилось. Еле-еле их израсходовал уже. И вот арсенал. Ну, арсенал тоже неплохие. Вот эти зажимы есть. Зажимы тоже есть у меня, конечно, цены здесь. Ну, рулеточка такая, повидавшая видео. Уровень. Так что такие дела. Вот, если говорить о настоящих сварочных брендах, да, вот у меня хватило денег только на ESAB, да, вот это настоящая Швеция. Ну, то есть шведский бренд, который, ну, родом из Швеции. А Fubak, они просто создали легенду о том, что они Германия. На самом деле это бренд российский, а товары все из Китая. Фирма-владелец вот этого Fubak, это импортер, он не производитель, он производится на
различных заводах в Китае. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилась информация, а она достаточно полезная, ставьте дизлайк. Подписывайтесь на канал. Всем пока.